29 октября в Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского университета состоялся круглый стол, посвященный вопросам христианско-мусульманского диалога. Он прошел в рамках международной конференции «Христиане и мусульмане в России и Франции. Интеграция и новые вызовы». Помимо Казанского федерального, организаторами конференции выступил и Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Республика Татарстан, она занимает в стране передовые позиции, особенно в вопросах, которые имеют актуальное значение для нас, это повышение уровня религиозных знаний как у всего населения, так и у людей, которые призваны проповедовать учение. Мне кажется, что и у нас не хорошо знают, что происходит в России в этом отношении. Они даже не имеют точного представления, что такое ислам в России. И я думаю, что у вас не совсем хорошо знают и наш опыт. Поэтому интересно просто обменивать опытом, чтобы решить очень много проблем сходные, похожие. На круглом столе обсудили взаимоотношения двух религий. В создавшихся условиях такой сложной международной обстановки необходимо вместе решать вопросы, связанные с угрозой радикализма и экстремизма. Подобные встречи имеют важное значение для обмена мнениями и опытом, чтобы укреплялись и развивались межнациональные отношения между странами. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Универ Ньюс.